Мне скрывать нечего. Я преступник и пытаюсь скрыть, что я сидел в тюрьме. Начнем с этого. Я сидел за изнасилование. И для меня важно, чтобы люди, которые смотрят это видео, знали, что я, Алишер Усманов, честный предприниматель, честный человек, который не умеет ничего, кроме как воровать. И твои потуги — это тоже вранье. Тьфу на тебя.